Сегодня на пресс-конференции Илья Ольховский приводил позитивные цифры. Возможно, настроение прибавил грядущий праздник, 10 ноября, День милиции. Например, раскрываемость за 5 лет повысилась почти на 20%. Зато издержки реформы, а точнее сокращения, серьезно потрепало внутренние органы. Патрульно-постовая служба в республике осталась только в Черногорске, Абакане и Саяногорске. Кстати, в республиканской столице автоинспекторов от положенной нормы всего 10%, 31 сотрудник.